Вот и все. Вот он уже, наши коты взрослые стали. И кушают консервированный корм. Пожалуйста. Друзья, привет! Как видите, коты наши растут и кушают уже сами, а не только мамино молочко, уже и корм из пакетиков. Кстати, видите, вот там корм, который коты не едят. Их не стала есть кошка, мама. Пришел кот Артик, понюхал и ушел. Вот так вот. Это корм Кэти. Вот не хотят его есть коты. Я же не рекламой занимаюсь, а делюсь с вами впечатлениями. Так вот, кошки мои, вот этот кот, корм вернее, категорически не хотят его есть. Не буду покупать никогда. Тут акция была, он по дешевке продавался. Хуже его только красная цена в Пятерочке. Тут вообще несъедобный. Тут не только кошки не едят. Я собакам своим даю, которые сидят у нас там на цепи. В принципе, даже Бусек, который вообще все ест. И даже он отказался корм этот есть. Хорошо, аппетитно. Ну, котятам пока даю корм для котят, а не для взрослых кошек. Они, конечно, и тот пытаются есть, но я стараюсь не давать им еще. Вам, наверное, интересно, а где же у нас кот Артик? Да он заходит у нас. Так-то он вообще живет у нас на улице. У сторожей спит. Сейчас у нас пельменный цех, он там охраняет его сильно. Чуть не подрался с вредным Артиком. Вернее, то он со мной хотел. Он гуляет же по улице. Я хотел ему одеть противоблошинный ошейник. А он возмутился. Давай шипеть на меня. Возмущаться, мявкать. Лапой меня бьет. Артюша! А, Артюша. Ты мой золотой. Где я тебя поглажу хоть, Артюша? Ну куда ты пошел? Артюш, вы есть какой грязненький, да ты мой золотой мальчик, а? Да зачем, что там тебе делать, там тебе скучно будет. Кот опять дрался где-то, весь ободранный, шея болит, не дал мне ошейник одеть. Ну что же такой грязненький-то, а? Ходит. Куда ты хотел, зайти в помещение что ли, а? Хотел зайти сюда. Ну и зайдешь, сейчас я тебя пущу. А что ты, смотри какой грязненький, а? Ходи, лухо вон, драное. Заходит кот у нас один раз в день. Ну, перекусить что-нибудь. Покушал и ушел опять. Вот такая разница. Кошечка беленькая, симпатичная. Живет она у нас в кабинете и никогда на улицу не выходит. А кот наоборот, живет только на улице и в кабинет только заходит. Видимо, охота была неудачная. Проголодался, пришел покушать. Тут пришел, а тут котята, которых он не любит. Грязненький наш, да, котяра наш пришел. Вот серый удивлен, кто это? Это папаша твой такой. Маленький удивляется, кто это. Кот прячет тут свою попу. Такой здоровый этот у меня папаша. Беленький, вот еще, ой. Кот-то не приучен. Ага, он-то не приучен к малышам ко всяким. Прямо сильно нужны ему эти малыши. Зашипел, смотри, хочу. Конечно, Марусе такое отношение к котятам совсем не нравится. Свин какой-то, а не кот. Детей забыл. Жену забыл. Мусенька смотрит тут на них, да, своих деток. Да, мушка? Вон, Маруська злая на него, на этого отца родного. Что это они меня обступили тут? Да? Кот покушал, решил красоту навести. Ну, хоть умыться. Залез на принтер, вот сидит, умывается. Детьми не занимается. Все, кот умылся, начистился, наблистился и говорит, мне надо идти, у меня ночная работа. И собирается уходить. И отправился. Кот совершенно не желает заниматься воспитанием детей. Покушал и удалился. Папаша наш. Все, он поел, ему теперь больше ничего не надо. Вот и Маруся, ну куда ты? Вот так и живут дети сиротами при живом отце-то. До новых встреч, друзья!